В последние годы в стране поднимается большой вопрос о повышении грамотности населения. Причина тому – рост числа сограждан, обманутых мошенниками, и большое количество тех, кто влез в долги. Одна из причин – отсутствие финансовой грамотности. О чем в интервью газете «Егемен Казахстан» упомянул наш президент. Так зачем нужна эта финансовая грамотность? В настоящее время специалисты обучают студентов в высших учебных заведениях. Ассоциации предпринимателей проводят встречи с бизнесменами, чтобы научить их развивать бизнес, увеличивать доходы. Одна из них прошла в здании Жусамбанка под названием «Coffee Time с пользой». «Coffee Time с пользой». На этой встрече женщины-предприниматели обмениваются опытом. Они размышляют на различные темы по расширению кругозора своей сферы деятельности. Инициатор встречи – Амина Кайназарова. Проводят мастер-классы для женщин-предпринимателей. Сегодняшняя встреча имеет большое значение. Попивая приятный ароматный напиток, представительницы прекрасной половины человечества смогли обсудить важные моменты работы в бизнесе. Количество участников встреч, которые проводятся в течение одного года, неуклонно растет. «Coffee Time» – проект «Сажал». Это не просто время для наслаждения кофе, это время полезного наслаждения. Чтобы прийти на встречу, отнюдь не обязательно быть начинающим либо действующим предпринимателем. Могут прийти люди, которые только задумываются над тем, чтобы начать свое дело. В процессе встречи пришедшие не просто пьют кофе, но беседуют, обмениваясь опытом, повышают знания, свою финансовую грамотность. Количество участников встреч, объединенных названием «Coffee Time с пользой», растет из месяца в месяц. Если вы намерены открыть свое дело, но не знаете, с чего начать, как запустить этот процесс, приглашаем вас на «Coffee Time с пользой». Встречи проводятся каждую среду с 10 утра до 13 часов дня. В приятной обстановке можно обменяться опытом с предпринимателями. По словам представителя банка, первая деловая встреча «Coffee Time с пользой» посетила 20 человек. На сегодняшний день число пришедших достигло 240. Во встрече может принять участие любой желающий, который хочет повысить свою финансовую грамотность и начать бизнес. Стоит отметить, что во встрече, которая проходит каждую среду, принимают участие женщины-предприниматели нашей Шамбылской области.